Всем привет, это канал Танцы с бубном. В этом ролике я вам расскажу, как настроить браузер Chrome под звук 5.1. Если у вас звуковая карта Realtek, то переходим в диспетчер звука Realtek. Он находится либо в нижней панели, либо панель управления, оборудование и звук, диспетчер Realtek HD. Проверяем, установлены наши динамики в режим 5.1 и стоит ли у нас галочка «Виртуальное окружение». Если не стоит, устанавливаем. Если у вас звуковая карта Creative, то переходим в диспетчер звука Creative. Также проверяем, установлен ли у нас для динамиков режим звука 5.1. Если не установлен, устанавливаем. Потом переходим в настройки звука самой винды. Правая кнопка мыши, устройство воспроизведения. Вот наши динамики Creative. Правый клик, свойства. Sound Blaster. Settings. Переходим во вкладку CMS 3D. Проверяем, установлена ли галочка на Enable CMS 3D и на выбран пункт Stereo Surround. Если не установлено, то выбираем так же, как у меня, и закрываем. Вот этот CMS 3D – это аналог галочки «Виртуальное окружение», как в Realtek. А теперь перейдем к самой настройке браузера Google Chrome. Вообще, после всех манипуляций, которые мы сейчас выполнили, звук 5.1 будет работать в браузере Microsoft Edge без лишних танцев с бубном. Но чтобы звук на все 5 колонок работал в браузере Chrome, нужно еще выполнить кое-какое действие. Кликаем правой кнопкой мыши по ярлыку Google Chrome, свойства, и в поле объект после кавычки ставим пробел, копируем вот эту строку и после пробела вставляем. Нажимаем «Применить», «Продолжить», «Окей». И после этого у вас должен работать звук 5.1 в браузере Chrome. Если этот способ вам не помог, то попробуйте удалить Google Chrome через установку удаления программ и установить его заново. И после того, как вы установите его заново, проделайте все те же самые действия, которые я показал на видео. Лично мне этот способ помог только когда я установил Chrome заново. Надеюсь, ролик был вам полезен. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока!